бағдарлама демеушісі усадьба бақша орталықтары көшеттер отырғызуға арналғанның бәрін ұсынады. Сіздерді Қостанайда Амангелді 95-те және Тобыл қаласындағы Агромаксте күтеміз. Здравствуйте! Сейчас дачники активно посещают специализированные магазины, чтобы закупить семена к предстоящему дачному сезону. И вспоминая о стандартных овощных культурах, не забудьте о пряных травах. Они значительно улучшат вкус ваших блюд и, кроме всего прочего, принесут хорошую пользу вашему здоровью. Сегодня рассказ об эстрагоне. Эстрагон – это пряная трава, известная также под названием тархун. В нашей стране это растение известно в первую очередь как основной компонент популярного когда-то прохладительного напитка. Это один из видов полыни, латинское название – Artemisia dracunculus. По преданиям, первое слово связано с именем греческой богини Артемиды, а второе – с драконом. В России это растение называют драгун-трава, в Польше – полынь-дракончик. Ассоциации с мифическим существом возникают из-за формы листа, напоминающим раздвоенный драконий язык. Полезные свойства эстрагона как лекарственного растения начали изучать в Европе в 17 веке. Уже тогда были замечены основные фармакологические свойства травы – успокоительное, общеукрепляющее, противовоспалительное, противоцинготное, антигельминтное, секреторное. Растение укрепляет иммунную систему. Тархун полезно пить для профилактики респираторно-вирусных инфекций. Растение смягчает кашель, снимает воспаление в органах дыхания, ускоряет процесс выздоровления. Тархун обладает антигельминтными свойствами и помогает избавиться от таких глистов, как аскариды и острицы. Много положительных отзывов о пользе травы для пищеварения. Тархун стимулирует выделение желудочного сока, восстанавливает аппетит, устраняет вздутие, налаживает перистальтику. Трава может действовать и как тонизирующее, и как успокоительное средство. Ее можно пить при бессоннице, повышенной нервной возбудимости и тревожности при стрессовых ситуациях. Тархун-трава действует как сосудорасширяющее и диуретическое средство одновременно, что помогает снизить высокое артериальное давление. Тархун хорошо заживляет раны на коже и слизистой полости рта, помогает при стоматитах. Его используют как обезболивающее средство при зубной боли. Из травы готовят мази от экземы, псориаза, дерматитов. Водные настои используют в качестве лосьонов для лица и шеи, ополаскивателей для волос. Кроме того, тархун – натуральный афродизиак, который восстанавливает мужскую силу и нормализует функции половых желез. Его пьют для похудения при нарушении обмена веществ, выведения избыточной жидкости из организма. Народные целители рекомендуют принимать траву от похмелья. Она помогает при алкогольной интоксикации, выводит токсины из организма, снимает головные боли, нормализует процессы пищеварения. Диетологи часто рекомендуют употреблять эстрагон вместо соли людям, страдающим различными заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Помимо того, что он добавляет пище пикантные и пряные нотки, тархун способен выводить излишки жидкости из организма. Противопоказаниями являются хронические болезни желудочно-кишечного тракта, в первую очередь язва желудка и гастрит с повышенной кислотностью. Трава может быть опасна для беременных, кормящих мам и детей. Отмечаются случаи индивидуальной непереносимости эстрагона и аллергической реакции. В большинстве стран эстрагон в первую очередь известен как приправа. Без этой пряности не может обойтись французская, итальянская, немецкая, греческая, кавказская, среднеазиатская, индийская кухня. Впервые в качестве приправы в европейской кухне его испытали французские повара еще в 17 веке. В Германии травой натирали мясо для длительного хранения и дезинфекции. На Кавказе и в Средней Азии были выведены салатные сорта растения с менее выраженным пряным ароматом. Траву используют в свежем, сухом и замороженном виде. В современной кулинарии эстрагон используют при консервировании, добавляя в маринады и соленья, при засолке огурцов, грибов, помидоров, баклажан, квашеной капусты. Свежую зелень можно добавлять в любые овощные салаты. Сухую пряность используют при приготовлении первых и вторых блюд. Тархун подходит ко вторым горячим блюдам из овощей. Его добавляют в сыры, простоквашу, блюда из яиц. Он хорошо сочетается с дичью, птицей, бараниной, морепродуктами. Кулинары не рекомендуют термически обрабатывать свежую траву, иначе она испортит вкус блюда горечью. Свежие листики тархуна добавляют в уже готовые блюда. А сухую приправу можно добавлять в самом конце приготовления. Ей также натирают мясо и рыбу. На зиму эстрагон начинает заготавливать в августе или сентябре, после появления первых бутонов. Траву срезают на расстоянии 10-12 см от земли.
Срезанную траву связывают в пучки, развешивают на крючках или веревках и оставляют сушиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Таким образом, тархун заслуживает всяческого внимания к себе, тем более что относится к неприхотливым растениям, и его легко можно вырастить на даче или при усадебном участке. Чтобы растение было пышным и быстро развивалось, нужно выбирать открытый солнечный участок земли. Грунт лучше удобрить перегноем. Тархун не любит кислую почву, поэтому часто рекомендуют посыпать грунт золой для снижения кислотности. Траву можно посеять весной без предварительного проращивания семян, но более ранний урожай получается при выращивании через рассаду. Для рассады семена высевают в конце марта. Тархун относится к многолетним растениям, но в наших климатических условиях может вмерзать, поэтому на зиму лучше утеплить корневую систему. Ее прикрывают опилками, сухой травой, соломой или торфом, убирая укрытие весной после схода снега. Следующая страничка сегодняшней нашей программы адресована любителям домашних животных. И рассказ пойдет о кошках, не совсем обычных, надо сказать, которых в нашем городе еще не так уж много. У меня в руках весьма странная кошка. Ну, такие кошки в нашем городе появились и уже в достаточном количестве. Но для тех, кто с ними дела не имел, наверное, ощущения весьма странные. Во-первых, кошка очень горячая. А во-вторых, она практически без шерсти. Это и есть порода бесшерстных кошек. И вот сейчас мы хотим поговорить с владелицей этой красавицы Еленой Каденцевой. Елена, как называется эта порода? Эта порода, которая у вас сейчас на руках, называется канадский сфинкс. В нашем городе есть представители этой породы, кроме как у вас? Канадский сфинкс, еще одна есть кошка, еще владелец занимается один. На единицы счет идет, получается? На единицы, да. И у меня три кошки таких, именно канадского сфинкса, и один кот. Вот вы знаете, держу я это создание в руках и не могу избавиться от странного ощущения. Мне кажется, это настолько хрупкое создание, и что ухаживать за ней надо, как вот за грудным младенцем. Так ли это? Ничего особенного. Уход обычный, как за обычной кошкой. Единственное, они любят тепло, где-либо погреться и вот спать под одеялом. Погладить эту кошку не удается, у нее такая кожа, как резиновая. Но вообще-то было бы неправильно сказать, что эта кошка бесшерстная. Шерсть у нее есть, но она настолько коротенькая, она как замшевая. Да, это и есть замшевая, называется как замш, велюр. Вот сейчас она у меня на руках достаточно спокойно сидит, но хотя, наверное, все-таки к маме ей больше тянет. Они очень любопытные, да, им где-то что-то новенькое, конечно, надо сначала обследовать. Вот все просмотреть, вот. Привыкнуть. Да, любит на шее сидеть и на голову залезть может. Насколько я знаю, у вас есть не только канадские сфинксы и представители других бесшерстных кошек. Да, мой питомник занимается разведением, племенным разведением донских и канадских сфинксов. А в чем разница? Вот я смотрю, у вас кошечка, это вот уже донской сфинкс, но и на первый взгляд они абсолютно одинаковые, даже окрас у них похож. На первый взгляд они одинаковые, но породы совершенно разные, абсолютно разные. Отличаются они и типом, вообще типом породы, вот стандартом породы. Канадский сфинкс, это ее особенность, это бесшерстность. У донского сфинкса есть несколько вариаций. То есть они могут быть голые, они могут быть велюры. Вот, если обратили внимание, постав ушей. У этой кошки довольно-таки широкий постав уши. Широкие в основании, закругленные сверху. У этой кошки прямой. Ну, вы знаете, вот прямые, мне кажется, все-таки только филинолог определит, чем же они отличаются. Разрез глаз, посмотрите. Для меня они как от одной мамы. Нет, совершенно разные. Разрез глаз, посмотрите, совершенно другой. Но у этой глаза более крупные. Угу, крупные. А у этой миндалевидные, косо поставленные. Вот, хороший профиль должен быть. Особенность, я говорю, ну, это резиновая кошечка у меня, конечно. Ну, донские сфинксы есть и браши, и браш-велюры. И это не другая какая-либо порода, это и есть донские сфинксы. То есть у них двух голых папа и мама могут и
родиться и с волосиками. Насколько я знаю, вот бешосные кошки – это очень молодая порода. И даже принято считать у кинологов, что это еще не окончательно установленная порода. То есть ее формирование продолжается. А вот кроме донских и канадских, какие еще существуют бешосные кошки? Вот канадский сфинкс – это давно уже порода. А донской – это более молодая порода. Давно – это пару-тройку десятков лет всего лишь. Это, для селекции это совсем немного. Ну, донские сфинксы – вот, это более молодая порода. Ну, на сейчас еще есть, конечно, петербургский сфинкс. Это петербург – тоже голая порода. И на сейчас еще есть на Украине вывели породу левкои. Это тоже сфинксы, ну, с ушками, с фолдовскими, то есть с висячими ушками, вот с такими, вот так вот висят. Но мне не очень нравятся они, вот такие вот приплюснутые. Вот, путем скрещивания скоттиш-фолда и сфинкса, донского сфинкса. Лена, скажите, вот у них такое, ну, субтильное телосложение, это вот их нормально, они выглядят как бы истощенными? Это у меня в руках мелкая кошка, то есть они бывают разные. Коты, они намного крупнее. Ну, для кошки это нормально. Вот эта кошечка еще и мамой скоро будет у нас. Это молодая кошка. Та тоже канадский сфинкс, она молоденькая. Есть большая кошка, которая 4,5-5 килограмм весит дома. Вот такое ощущение, когда держишь эту кошку на руках, они горячие. У них в самом деле температура повышена? Да, у сфинксов температура тела 40-42 градуса. Больше, чем у обычной кошки. И учитывая, что шерсти на них практически нет, они нуждаются в тепле. Они нуждаются в тепле, они нуждаются в более калорийном питании, более высококалорийном питании. То есть кушают побольше. Слушайте, это получается, что это вообще тепличные создания в буквальном смысле получается. Очень обожаемые. Представляете, дома нету ни шерсти, ничего, уют, комфортно. И это низкоаллергенные, получается, животные. То есть для тех, у кого непереносимость шерсти животных, это вот как вариант. Да, да. Я действительно, когда выбирают котенка, говорят, у нас аллергия. Были такие случаи, когда я говорю, возьмите, попробуйте. На три дня будет аллергия, вернете. Не было таких, чтобы возвращали мне кошку. Действительно, да, гипоаллергены. Еще установлено учеными, что сфинксы – это единственная порода, которая забирает отрицательную энергию у человека. Кошки обычно очень такие прыткие создания, подвижные. Создается впечатление, что эти несколько спокойные и виловатые. Так ли это? Не сказать. Дома они сносят, не знаю. То есть на своей территории они чувствуют себя лучше. Когда спрашивают, скажите по характеру, какие кошки? Что здесь можно ответить? Все они разные, как и люди, действительно. Одна очень смелая, я говорю, любвеобильная, другая спокойная и так далее. Лена, расскажите, ну вот как вас угораздило завести вот именно таких-то кошек? Почему они вам понравились? Ну вот угораздило, поехала 7 лет уже, получается, назад в Екатеринбург к подруге. Что-то как-то увидела в объявлении «Донские сфинксы». Думаю, ну что же это за порода? Я кошатница вообще с детства, очень люблю кошек. Тащила всех домой, больных, кривых, косых и так далее, беременных. Вот. И поехала посмотреть, не удержалась. Этого кота нету сейчас с нами. Он племенной кот, да, он здесь и много очень сделал нам котят в городе. Ну, один из нескольких котов племенных. Вот, я его взяла. Взяла дорого тогда еще, конечно. Не жалею ни о чем. Эта порода стала моей самой любимой на сегодняшний день. Ни за что никогда не поменяю сфинксов на любую другую. Чем же они вас так привлекают? Ну, приятные вообще. Вот, не могу. Привлекают тем, особенно, конечно, что нет дома шерсти. Это первое. Это плюс, согласен. Но ее постоянно надо согревать, это уже минус, по-моему. Ну, согревать ее не надо, она сама себе находит место, где ей тепло, ну и все. То есть они лезут под какое-то укрытие, или вы вынуждены в одежде? Да, обычная кошка, да, может залезть куда-то, тоже погреться. Ничего, одежду это вот мы просто одели. Дома они, конечно, без одежды бегают. Спокойно и все, ноль агрессивности. Вот все, что присуще кошкам, всех пород, это все в сфинксах, поверьте.
29 января одному из самых известных кустанайских художников Георгию Михайловичу Сокову исполнилось 80 лет. И по этому случаю в областной картинной галерее состоялось открытие его персональной выставки. Для тех, кто еще не знаком с творчеством Георгия Сокова, наш следующий сюжет. 29 января известному кустанайскому художнику, члену Союза художников Республики Казахстан Георгию Сокову исполнилось 80 лет. И в картинной галерее в этот день открылась выставка, посвященная юбилею известного художника. Выставка называется «Творчество как смысл жизни». Она расположилась на двух этажах и включает в себя более 60 работ, которые на самом деле, наверное, раскрывают творчество во всей мире, насколько это возможно, творчество автора. И хотелось бы сказать, что на первом этаже расположилась живопись, графика, а на втором этаже монументальное искусство, которое было выполнено в эскизах и показано в фотографиях, в каких-то фрагментах. То есть это те работы, которые исполнялись Георгием Михайловичем в те годы, когда монументальное искусство в Кустанайской области было широко востребовано. Среди почитателей таланта Георгия Сокова распространено мнение, что любимые герои его полотен – это женщины, кони и подсолнухи. Сам художник этого и не отрицает, но тем, кто знаком с его творчеством не понаслышке, хорошо известно, что Соков – художник значительно более разноплановый. Он работает в различных техниках и известен как график, книжный иллюстратор, театральный художник, автор многих монументальных работ. Произведения Георгия Сокова неоднократно экспонировались в ближнем и дальнем зарубежье, и на них можно увидеть самые разнообразные сюжеты. Нынешняя выставка – ретроспектива творчества художника, включающая и совсем свежие работы, и те, что написаны более 40 лет назад. Причем большинство из них посетители увидят впервые. Я ограничился, вернее, выбрал и старые работы, которым... Ну вот есть работа, которой лет около 40. Вот. Но я их не выставлял, хотя они старые работы. И вот, скажем, вот этот весь ряд практически, это все 20-й год. Вот это вот. А наряду с этим вот работы типа вот старого дома, моей семьи, там, мать, там, портрет. Это все старые работы. Вот этот этюд тоже, это еще 50 лет, наверное, вот этому этюду. Это еще как воспоминания об Алма-Ате, когда мы учился там, жили мы на окраине, вот такие домики старинные. Это вот тоже воспоминания старые. Вот по этому принципу я отбирал, хотел показать и то, что было, и то, что в 2020 году я еще тоже не спал, что-то делал. Среди представленных работ сам автор выделяет портрет матери. Причем, как сказал Георгий Михайлович, художественная ценность работы ни при чем. Это память о дорогом для художника человеке. Ну а среди совершенно свежих работ – графическая серия «Игры шутов». Может, там где-то есть, ну, как обычно, всегда... Пока делаешь, кажется, что здорово, когда сделаешь, видишь, что, Боже, было лучше. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что я, ну, зацепил для себя, кажется, удачно вот эту тему шутов. Обычно, ну, шут при дворе – это всегда тот, кто мог сказать больше, чем могли другие. Поэтому к шутам вот по жизни всегда было особое отношение. И вот это я как раз хотел здесь, ну не то, что это передать, а вот именно сказать о том, что тут все рядом, смешное и трагическое рядом. И вообще мы подвержены случайности. Вот не зря вот это у меня проходит тема вот этой петли, потому что это всегда случайности. Вроде все это идет гладко или даже очень так невинно, забавно, и вдруг... попадаешь в петлю, тоже может быть. Но это так, очень примитивно объяснил, потому что, знаете, я вообще считаю, что когда начинаешь говорить о своих работах, объяснять, всегда получается как-то ты немножко примитивнее, чем хотелось бы сказать. Поэтому,
лучше, если бы я на словах мог лучше сказать, я бы писал романы. А так вот, что мог, сказал. А если зрителю интересно, ну, он, наверное, так напрягет серое вещество и что-то свое, может, увидит. А я даже могу и не подозревать этого. Юбиляр полон творческих замыслов, но делиться ими пока не торопится, сказав, что непременно познакомит зрителей с уже готовым результатом. А пока приглашает кустанайцев посетить его выставку, которая будет работать до конца февраля. На сегодня все. Мы встретимся с вами, как обычно, ровно через одну неделю. До свидания. Спонсор программы «Садовые центры «Усадьба» предлагают все для выращивания рассады. Ждем вас в Кустанае на Амангельды 95 и в Агромаксе города Тобыл.